Включаем компьютер, я вам хочу показать, как я работаю. Так, иногда я вам показываю, как я работаю, насколько серьезно я отношусь к этому вопросу. А вопрос у нас будет вот такой вот. Вопрос будет весьма вроде как простой, но тем не менее. Тем не менее. Буду писать все подряд. То есть это такое видео. Которая будет такое развернуто. Так, я открыл свой канал, открыл комментарии и буду работать по комментарию. Сразу же я открываю Microsoft Word для того, чтобы сюда писать разного рода информацию. Так. То есть я буду делать сюда заметки, которые мне надо будет для себя разобрать. И тогда получится полноценный ответ. Итак, комментарий Вадима Лагрина. День назад. Привет, Петрович. Хотел бы поднять важную и актуальную тему для многих переболевших ковидом. А таких сейчас десятки, если не сотни тысяч. Антикоагулянты, то есть противотромбозные препараты, которые прописывают врачи после выписки. Ладно, пропили. А дальше что? Доктор Шишунин рекомендует прогулки по 1,5-2 часа, дескать, это заменяет эти препараты. Что разжижает кровь? Пиявки, но они недоступны в силу сложившихся обстоятельств. Я знаю, что трава таволга, он же лобазник, разжижает кровь. А какие еще средства можно применить, что по этому вопросу думает светоч народной медицины? Хотелось бы на эту тему внятное и развернутое видео. Итак, я делаю видео, как я готовлюсь к ответу на эти комментарии, на эти вопросы. А потом я сделаю краткое видео, потому что в основном смотрят кратко. И оставлю как и большое, так и кратко. Приятно, конечно, когда тебя называют светочем народной медицины. И ты должен этому соответствовать. Смотрите. Можно, конечно, воспользоваться интернетом, но я уже знаю, что там может быть такой, знаете, несерьезный материал, не так тщательно проработанный. Поэтому я использую, вот у меня как раз полная медицинская, большая медицинская энциклопедия. Издание, какое издание? Так, 60-го года, Москва, 60-го года. Итак, я еще для себя теперь прохожусь. Это я прочитал вам. Действительно, сейчас здесь тут миллионы будут заинтересованы в подобном. Миллионы будут заинтересованы. Антикоагулянты. Так.
Значит, противотромбозные препараты. Что разжижает кровь, там, пиявки. И смотрите, вопрос тогда у нас подразделяется так, я бы назвал, две главные темы. Это разжижение крови. Разжижение крови. Это первый у нас вопрос. А второй вопрос это как образуются тромбы и то есть важно понять не то, что вот как рассосать тромбы, а почему образуются вот сейчас десятки прописывают врачи противотромбозные препараты. А почему тромбоз сам образуется? То есть важно узнать следующий вопрос. Не то, что надо с хвоста решать проблему, а проблему надо решать с самого начала, с головы. Что такое тромбоз? Тромбоз. То есть ответить на эти, как бы сказать, два основных вопроса. Разжижение крови и тромбоз. Далее, вот смотрите, можно так сказать, третий вопрос. Третий вопрос. Это начнем для того, чтобы говорить о разжижении крови. Говорить о разжижении крови надо вначале узнать, что собой представляет кровь. Что собой представляет кровь и почему она становится, вот разжижение крови становится вязкой или невязкой. Что собой представляет кровь? Вязкость крови. Так. Вязкость крови. И от чего она зависит. То есть нам надо теперь разобраться, что собой представляет кровь. Что делает ее вязкой, что ее делает ее невязкой, какие составляющие больше влияют, какие составляющие меньше влияют. И для этого я воспользуюсь вот как раз вот 14 томом Большой медицинской энциклопедии. Находим мы статью о крови. О крови. И сейчас начнем по ней работать. Так сказать, в начале. Начнем со следующего. Кровосодержание. Физиологическое значение крови. Сравнительная физиология крови. Но сравнительная физиология крови нам не понадобится. Сравнительная морфология крови тоже не понравится. А вот физико-химические свойства и химия крови, это уже понадобится. Кровь трупная не понадобится. Препараты крови не понадобятся. Методы исследования крови возможно. Болезни систем крови, да. Паразиты крови, да. Особенность крови у детей, ну, возможно, не понадобится. И судебно-медицинские исследования крови. Видите, такая большая статья. Вот если взять различные статьи современной большой медицинской энциклопедии и вот этой вот советской, то видите, сколько я листаю. И вот... Видите? И вы знаете, вот можно действительно вот как-то все пролистать, что-то там пропустить.
Ну надо, это все круг. Ну надо, казалось бы, в статье, которая особое значение не имеет, к, ну, круг, смотрите. Даже таблица какая-то. Таблица спектров крови, нормально круг. О-о-о-о. И так далее, видите, как, и на этом круг кончается. Да, вот сколько. На каком, так, кровяное депо нам уже не понадобится. Итак, значит, мы начинаем, говоря о разжижении, чтобы узнать, как разжижит кровь, мы должны вначале ознакомиться вот примерно с такими вот, с материалом, что собой вообще представляет кровь, и дальше уже будем действовать. Пойдем дальше. Но вначале надо узнать это. Итак, я пока буду читать. Что интересно отметить, это так, первое мы напишем, что кровь для... Для наших, то есть кровь должна питать наши клетки. И для наших клеток, можно так сказать, она представляет собой внешнюю среду. И сравнивать ее с тем, что вот одноклеточные организмы там жили в океане, то есть это живое образование, одноклеточный организм. А вот эта вот как раз морская вода, которая его окружала, она вот в организме представляет собой отражение этого океана в виде крови. Такая же соленая жидкость, там, из которой там берется питательная среда и назад выбрасываются там отходы. Ну, примерно так. Физиологические функции крови. Интересно познакомиться. Значит, вот как раз мы с вами и запишем. Физиологические функции крови. Когда вы печатаете, это более лучшее усвоение материала, нежели вы там что-то прочитали и все оставили. Через руки, когда проходит, она лучше доходит и до головы и так далее. Итак, смотрите. Следующее. Дыхательное. Кратко мы так. Раз, брякнем. Дыхательное. Значит, перенос кислорода от легочных альвеол к тканям и двуокиси углерода от тканей к легким. Второе. Питательное. То есть кровь должна питать наши клетки. Питательно, трансфер питательных материалов, там глюкозы, аминокислот, жиров и так далее, от пищеварительного тракта к тканям. Вернее, не тканям, а к клеткам, из которых ткани уже состоят. Видите, я уже дополняю. Третье. Экскреторное. Удаление отработанных продуктов обмена веществ, мочевины, мочевая кислота, креатинин и так далее, от тканей, то есть от клеток. К местам их выделения. Мы напишем выделительное. Я вот в который раз ловлю себя на том, что вот это экскреторное, ну, вроде как ясно, это, что это выделительное, но вот когда это все на русском языке, совсем иное имеет понятийное значение. И далее. Поэтому я всегда стараюсь переводить все эти иностранные слова на понятные мне. И, грубо говоря, если это понятно мне, я могу обратиться с вопросом туда, который будет ясен и понятен там. И пойдет обратный ответ. Так, четвертое. Поддержание водного баланса ткани. Благодаря непрерывному обмену жидкостью через стенки кровеносных сосудов, жизнь которой находится за пределами кровеносных сосудов
и непосредственно омывает клетки, называется лимфа. Ну, пускай лимфа, так лимфа, это. Или тканевой жидкостью, то есть второе название, или тканевой жидкостью является последним этапом на пути кислорода, а также питательных материалов клеткам тела и первым звеном в движении двуокиси углерода, шлаков от клеток к крови. И тканевая жидкость, кровь и тканевая жидкость состоит преимущественно из воды, благодаря своим свойствам растворяет и так далее, и так далее. Ионизацию, так. То есть поддержание водного баланса в тканях. Значит, поддержание водного баланса. Опять-таки, баланс несколько такое слово не совсем понятное. Поддержание водного равновесия в тканях организма, чтобы они, то бишь, не пересыхали. Далее пошли у нас. Терморегуляторная способность организма поддерживать постоянную температуру в значительной степени обусловится тремя физическими свойствами воды, представляющие основной ингредиент крови и тканевой жидкости. Да. Вода значительно превосходит все другие жидкости и твердые тела по удельной теплоемкости. Б. Вода обладает высокой теплопроводностью и она, значит, легко отводится от глубоко расположенных частей тела и так далее. Так, и в воде присуща высокая теплота испарения. Для испарения воды, значит, расходуется и так далее. Вода постоянно испаряется с поверхности легких и кожи. При этом теряется значительное количество тепла, что имеет большое значение для процесса физической терморегуляции. Так, и значит, терморегуляторная. Так, терморегуляторно, ну пойдет, терморегуляторно, как-то более-менее понятно для меня. Так, вода, значит, из крови быстро там перераспределяется, может из глубоких частей организма там к поверхности прийти и так далее, и так далее. Так, далее, защитная. Кровь содержит сложные белковые тела, антитоксины, лизины и другие антитела, вот они, антитела, составляющие основную защиту организма от вредных агентов различного рода. Белые форменные элементы крови, смотрите, лейкоциты участвуют в поглощении попадающих в организм микробу, это иммунитет, фагоцитоз. Но даже лейкоциты это не то. Здесь основное это то, что вот эти вот антитела. Кровь содержит вот эти вот антитела. Значит, защитная. Защитная функция. Седьмое. Регуляторная. Циркулирующая кровь переносит гормоны, которые, естественно, попадают туда, в ткани мишени, так называемые, регулируют их работу для того, чтобы организм в целом был оптимально, наилучшим образом приспособлен к той или иной там, деятельности, температуре, внешней среде. Итак, регуляторная, в скобочках для себя напишем, значит, переносит гормоны и иные регулирующие вещества. Пока так остановимся. Седьмая. Значит, смотрите, помимо этого, регулирующее воздействие на те или иные органы и ткани оказывает химический состав крови, содержание в ней белков, аминокислот, минеральных веществ, ферментов, витаминов и так далее.
значит, регулирующее воздействие на тельные органы и ткани оказывают химический состав. Значит, переносчик и иные регулирующие вещества. Значит, сюда мы добавляем плюс химический состав крови. Крови это, значит, еще раз, лишний раз для себя посмотрим. Значит, белки, аминокислоты, минеральные вещества. Это минеральные. Ферменты, витамины. Ну, добавим. Это тоже добавим. И витамины. Хорошо. Есть. Мы с вами перешли к физиологической функции крови. Но мы так еще и не знаем, что собой представляет кровь, из чего она состоит. И вот как раз тут тоже указано, несколько коряво, но это, я это сделаю более правильно. Значит, смотрите, кровь представляет собой жидкость со взвешенным в ней форменными элементами, придающие ей красный цвет. Форменные элементы. Итак, что такое форменные элементы? И далее, какие может составляющие крови быть? Для этого что делают? Если не дать крови свернуться и подвергнуть ее разделению, то есть путем центрифуги, она разделяется на два слоя. Значит, нижний слой это будет так называемые форменные элементы. Кровь состоит. Это важно нам знать, особенно относительно разжижения крови. Состоит, двоеточие, форменные элементы. Можно даже, знаете, так сделать несколько, вот так как бы сказать, это выделить. Форменные элементы. И в кавычках мы пишем с вами. Форменные элементы это у нас будут, значит, когда разделяется вот эта кровь путем центрифугования, значит, появляются два слоя. Значит, нижний слой, который оседает, это эритроциты, которые оседают вследствие большого удельного веса. Это эритроциты, то есть красные кровяные тельца. Далее, что это будет? Над ним лежит тонкая пленка белых кровяных телец, то есть белых кровяных телец меньше. Значит, белые кровяные тельца. То есть красные кровяные тельца, потом белые кровяные тельца. И, наконец-таки, еще тромбоциты или кровяные пластинки. Тромбоциты. Но если так разобраться, белые кровяные тельца – это лейкоциты, которые в крови, лимфоциты могут быть, да? Тромбоциты – это специальные вещества, которые как раз вот и призваны для того, чтобы в случае разрыва сосуда образовать тромб, который бы препятствовал поливанию крови во внешнюю среду. То есть это специальная защитная функция организма. А теперь вот верхний слой. Кровь состоит форменные элементы. А теперь верхний слой. Это у нас состоит жидкая часть крови, которая называется плазма. Давайте посмотрим, плазма, как она переводится. Плазма это, что плазма, плазма, плазма это,
это, плазма это. Для этого мы воспользуемся Яндексом. Не будем сюда залазить, потому что тогда тут книгами обложимся от и до. Так, плазма. Слово плазма нам надо просто-напросто узнать. Плазма это. Плазма это. Плазма. Что это такое? Что? Это что? Плазма частично или полностью ионизированный газ. Не пойдет. Так, слово плазма. Ага, плазма, что такое? Плазма от греческого вылепленная, оформленная. Вылепленная, оформленная. Тяжеловато для понимания, но тем не менее. Плазма, жидкая часть крови. Плазма, плазма, просто плазма крови. Значит, жидкая часть плазмы составляет, остающаяся после образования сгустка фибрина, называется сывороткой, но это несколько иное. Так, жидкая часть крови, плазма, вылепленная. Шутка ли, да? Такие сложные понятия. Так, сделали. Состав крови состоит. Значит, кровь состоит, можно сказать, из двух больших составляющих. Это форменные элементы. Вот так. И жидкая часть крови. Форменные элементы мы с вами вот так даже подчеркнем курсивом, чтобы это нам врезалось нам в память. И продолжим дальше. Значит, в крови человека форменные элементы нормально составляют 45% объема крови. Значит, сразу можно так. Это нам важно понимать, потому что где-то примерно форменные элементы, которые составляют 45%. Проценты у нас проценты. Составляют. А что? Если было напечатано на английском языке, то вот подчеркивает как ошибку. Значит, формульные элементы составляют 45%. И отсюда получается, смотрите, уже мы можем кое-какие выводы делать. Если больше эритроцитов, больше белых кровяных телец, больше тромбоцитов, то они уже будут составлять не 45%, а, допустим, грубо говоря, 50%. Эти 50% уже будут влиять на вязкость крови? Я думаю, будут влиять на вязкость крови. Предварительное, так сказать, замечание. Ну да, продолжим наше исследование дальше. Значит, а плазма составляет около... Жидкая часть крови, мы ее лучше жидкая часть крови будем называть. Плазма. Так, плазма крови составляет у нас... Составляет 55%. Жидкая часть крови. 55%. Угу. Так, но, как говорится, это еще не все. Так. Ну там это самое. Набирает так. Ну под влиянием. На два слоя. Тут как определяет, значит, для определения относительно объема эритроцитов, их там разделяет и так далее. Значит, количество крови в организме. Мы тут быстренько пройдем. У человека составляет 1/11, 1/13 часть тела или около количества крови. Крови составляет около 7% количества крови. Ясно, понятно. Ага. От веса тела. У детей
на единицу тела больше, количество крови, значит, у детей больше. И вот дальше идут интересные вещи. Это мы, как бы сказать, у нас такая предварительные все эти замечания к вязкости крови и к прочим вещам, которые, кстати, вот это надо внятное и развернутое видео. Итак, мы сначала делаем слишком развернутое видео. Опять-таки, моя задача здесь показать вам, как я работаю. А потом уже. Так, Владимир Владимирович, вот как раз его вопрос. И начинаем ответ. Значит, смотрите, многих волнует, вот можно ли путем потребления жидкости, как бы сказать, кровь вот уже разжижать и там ее увеличивать, ну, какие-нибудь там, допустим, свойства и так далее. Вот здесь очень интересно говорится, введение в кровь жидкость увеличивает на короткое время объем крови. Потеря жидкости, например, кровотечение, уменьшает объем крови. Однако изменения общего количества крови, как правило, невелики вследствие наличия процессов, регулирующих общий объем жидкости в кровяном русле. Регуляция объема крови основана на поддержании равновесия между жидкостью в сосудах и тканях. То есть, если мало крови вытекло, то жидкость поступает из ткани. Потеря жидкости из сосудов быстро восполняется за счет поступления ее из ткани. Наоборот, любое увеличение объема крови ведет к отдаче избытка жидкости в ткани или к усиленному выведению ее через почки. То есть, как бы сколько мы крови, жидкости не старались в себя закачивать для того, чтобы, как бы сказать, сделать себя более водянистым, что ли, организм будет держать столько, сколько ему надо. Излишки введения жидкости в организм просто-напросто налагают на него излишнюю работу по регуляции объема жидкости. То есть мы тем самым думаем, что делаем хорошее дело, якобы оводняя ткани. На самом деле мы создаем лишнюю работу по регулировке вот этого водного баланса, по нагрузке на сердце перекачивать, по нагрузке на почки удалять и так далее. И по тем механизмам, которые действуют между тканями и кровеносными сосудами. Я думаю, это понятно. Но почитаем дальше. Важно понять, что физические факты, определяющие движение жидкости из тканей в кровяное русло или в обратном направлении из сосуда в ткани, это осмотическое давление крови и гидростатическое давление в капиллярах, создаваемое кровяным давлением. Что такое осмотическое давление? Давайте мы посмотрим, что такое осмотическое давление. Лишний раз, чтобы мы, так сказать, осмотическое давление и это найти. Это величина, при которой процесс осмоса завершается. Осмос, в свою очередь, это переход молекул вещества из одного раствора в другой. Значит, сейчас там будет дальше несколько объяснено. То есть, осмотическое давление, если, ну, допустим, в крови больше растворено, скажем так сказать, соли, то вода из тканей будет переходить в кровь. Пока количество соли, в крови, концентрация не сравняется с концентрацией в межтканевой жидкости. И наоборот. То есть вот это как раз и есть осмос, чтобы мы правильно его понимали. Гидростатическое давление – это просто-напросто, когда идет нагнетание, то есть
сердце нагнетает и создается здесь давление. За счет этого давления вода начинает переходить через стенку капилляра в ткани. Значит, увеличение объема крови наблюдается при высокой температуре окружающей среды, в начале мышечной работы. Значит, в обоих случаях сперва происходит сокращение селезенки, выталкивание из нее крови в сосудистое русло, а затем поступление жидкости из ткани. Сначала твердые элементы, да? А также при некоторых там состояниях. Так, осмотическое давление крови. Значит, растворенные в плазме соли, глюкозы, мочевина, другие вещества развивают определенное осмотическое давление, равное для крови от 7,7 до 8,1 атмосферы. Осмотическое давление раствора проявляется при наличии полупроницаемых мембран. Раствор может обладать высоким осмотическим давлением, если он отделен от воды мембраной, непроницаемая для растворенных молекул, но не проявляет никакого осмотического давления, если через мембрану хорошо проходит растворенное вещество. Оболочка эритроцитов почти непроницаемая. Так, читаем дальше. Видите, идет работа. Смотрите, помимо осмотического давления, которое зависит от находящихся в коллоидном растворе белков, бывает так называемое онкотическое давление плазмы, составляет примерно 28 мм ртутного столба. Онкотическое давление белков является наиболее эффективным фактором в водном обмене между тканями и плазмой. Уменьшение концентрации белков в плазме ведет к переходу жидкости из сосудов в ткани. Значит, осмотическое давление поддерживается на постоянном уровне. За этим организм следит четко. Значит, даже при поступлении в кровь значительных количеств воды или солей, осмотическое давление крови почти не меняется. Потому что действуют особые механизмы, которые способствуют переходу воды из крови в ткани обратно и выделению солей там с мочой. Это имеет важное значение для состояния клеток, в частности клеток нервной системы и форменных элементов крови, особенно эритроцитов. Вот интересно, эритроциты, оболочка которых полупроницаема, набухает в гипотонических растворах, имеющих меньшее осмотическое давление, чем плазма, и сморщивается в гипертонических растворах. То есть, если давление соли или концентрация соли в крови, в плазме крови, маловато, то они могут набухать. За счет этого как бы лопаться, грубо говоря, как шарики, которые надули. Надули, и лопнули. А если слишком большое, то вода выходит из эритроцитов и не смачивается. Усыхают. Так, поэтому раствор должен быть изотоническим. То есть он, ну, по своим параметрам наиболее подходящим для того, чтобы все эти эритроциты существовали нормально. Значит, при этом объем эритроцитов не изменяется. Нет. В сильно гипотонических растворах, то есть, когда мало соли в плазме крови, в жидкой части крови, значит, натрий хлор ниже 0,35%, эритроциты набухают, к разрушению оболочки и выходу гемоглобина в окружающую среду. Это явление называется гемолизом, то есть разрушением эритроцитов. Кстати, гемолиз может быть вызван не только нарушением осмотического равновесия, но и повреждением липидной оболочек, то есть жировой оболочек эритроцитов особыми веществами гемолизинами.
к ним относятся сапонины. Сапонины. Сапонины это такие, ну мы можем посмотреть, сапонины это такие мылообразные вещества. Сапонины. Что это такое? Ну давайте. Сапонины, природные гликозиды, служат основой для современных лекарств при варикозе. Однако, уже много веков человек использует растения для решения проблем со здоровьем. Сейчас, когда фармацевтическая промышленность научилась делать всевозможные формы фитопрепаратов, использовать дары природы, можно использовать дары природы можно более эффективно. Сапонины. Значит, сапонины. Давайте в Википедии сейчас посмотрим. Меня интересует само слово сапонин. Что означает? Вот как раз от латинского сапа, родительское произношение сапонис, мыло. То есть, как мыло. Растительное происхождение с поверхностно-активными свойствами. Образует густую стойкую пену. И так далее. То есть, видите, тут как интересно написано, что вот эти сапонины, они вот здесь написано, значит, повреждающие эритроциты, сапонины, желчные кислоты, кислоты, щелочи, аммиак, спирты, змеиный яд, бактериальные токсины и так далее. А тут, смотрите, используют, оказывается, их для этого... Значит, из-за сапонинных свойств поверхности и гемолитической активностью образование комплексов с холестерином, к сапонинам часто относятся так многие сердечные гликозиды, дают пену в водных растворах, однако не относятся к рассмотрению отдельных. Значит, мылоподобные вещества. Интересно. Значит, здесь... написано, что для решения проблем со здоровьем, да, основа для современных лекарств при варикозе. То есть за счет того, что более склизистые, что ли, становятся там, с другой стороны, разрушает эритроциты. Интересные лекарства, да, вот как это все сочетается. Так. О! И вот мы с вами теперь добрались до того, о чем Вадим Лагрин спрашивает? Он спрашивает вот о вязкости крови. Значит, количество крови составляет. И теперь мы подошли непосредственно к вязкости крови. Кровь обладает вязкостью в 5 раз больше, чем вода. Давайте так и запишем. Вязкость крови. И более того, мы выделим это жирным шрифтом, чтобы нам было понятно. И даже немножечко отделим. Вязкость крови. Ну ладно, в 5 раз больше, чем вода. То есть мы можем ее как бы водой немножечко разбавить. Так, вязкость крови зависит от коллоидных белков плазмы и присутствия форменных элементов, взвешенных в плазме. Давайте теперь разберемся более подробно. Вязкость крови зависит от коллоидных белков плазмы. Мы говорили, что у нас кровь состоит, значит, из форменных элементов и плазмы крови, то есть жидкая часть. Оказывается, в жидкой части, но мы-то тут до этого еще не дошли. В жидкой части имеются белковые вещества. Ну, мы с ними познакомимся. Итак, присутствие форменных элементов, значит, количество, как я говорил, эритроцитов, белых кровяных телец, тромбоцитов и так далее. То есть в крови человека должно быть наиболее благоприятное количество эритроцитов, белых кровяных эритроцитов, которые переносят кислород, переносят, значит,
углекислый газ для дыхания, то есть достаточное количество, не избыток. Это раз. Если имеется избыток эритроцитов, это уже будет влиять на вязкость крови, то есть увеличит ее. Значит, кровяные тельца, белые кровяные тельца, они тоже должны быть на определенном уровне. Если их будет больше, согласно вот большой медицинской энциклопедии мы читаем, то это также влияет на вязкость крови, увеличивая. И, наконец-таки, тромбоциты. Чем их больше, тем больше вязкость крови. То есть, формульные элементы, которые составляют 45%, при вот этих вот ненормальных вещах, когда, как бы сказать, больше и больше эритроцитов, больше белых кровяных телец и тромбоцитов, приведут к тому, что вязкость крови возрастает. Значит, мы для себя запишем, зависит от форменных элементов. Итак, пишем. Зависит от количества элементов. Зависит от количества форменных элементов. Мы уже знаем, что это такое. И вот, что мы еще не знаем, а это коллоидных белков плазмы. Что это такое? Белков плазмы. Что такое коллоидные белки плазмы? Мы еще до этого не дошли. Значит, и вдобавок вот эти все форменные элементы, коллоидные белки плазмы, они должны быть взвешены в, грубо говоря, в жидкости. То есть, говорим так, так как кровь состоит из воды, в этой воде плавают белки, которые должны не слипаться между собой. Вот это вот важное понятие, я говорю, не слипаться. И форменные элементы, эритроциты, белые кровяные тельца, тромбоциты, которые также не должны между собой слипаться. Это важное значение, о котором пока тут ничего не сказано. Дальше. Значит, изменение в содержании белков или в числе эритроцитов меняет и вязкость, о чем я говорил. Так, крови. Она понижается при анемиях. То есть, чем меньше эритроцитов, форменных элементов, тем, значит, возрастает текучесть крови. То есть, уменьшается вязкость, так мы будем говорить, да? Значит, при анемиях повышена при... такое название полицитемии. Ну, давайте полицитемия. Так, мы с вами не медики, которым вроде как ясно. Полицитемия. Так. Полицитемия, что это такое? Давайте. Так. Ага. Значит, полицитемия это... В крови появляется избыточное количество эритроцитов, увеличивается количество тромбоцитов и нейтральных лимфоцитов. Разобрались. Идем дальше. Идем дальше. Так. Значит, повышено при этом лейкемии в некоторых отравлениях. Двуокись углерода повышает вязкость крови, кислород понижает ее, поэтому венозная кровь более вязкая, чем артериальная. Давайте отметим вот это. Венозная кровь более вязкая. Уже мы, как бы сказать, если мы говорим теперь о таких вещах, противотромбозные, как сказать, препаратах и так далее, мы ответим уже на вопрос, где чаще могут образоваться тромбы. Итак, пишем, значит, венозная кровь склонна к тромбообразованию.
Потому что она более вязкая. Потому что она более вязкая за счет содержания в ней двуокиси углерода. Понятно. Тромбообразование. Ага. Венозная кровь склонна. То есть это будет, так сказать, слабым местом. Значит, при повышении температуры вязкость крови понижается. Далее. Важно. Вот теперь о том, что, смотрите, когда здесь рассказывает, что доктор Шишонин рекомендует прогулки по 1,5-2 часа, дескать, это заменяет эти препараты. Значит, повышение температуры тела понижает. Понижает вязкость крови. Есть такая вещь. Значит, повышение температуры понижает вязкость крови. Хорошо. То есть здесь полезны, значит, у нас будут и банные процедуры. Не слишком такие жесткие, но тем не менее связаны с прогревом организма. А лучше всего, естественно, вот повышение температуры тела от простых физических упражнений, лучшими из которых является ходьба. Вот как раз доктор Шишонин и прав. Так, понижается вязкость крови, играет важную роль в поддержании гемодинамических отношений в кровеносной системе. Гемодинамических отношений, то есть гемокровдинамика движения. То есть движение крови в кровеносной системе, чтобы все это циркулировало легко, просто и приятно. Потому что чем больше вязкость крови, естественно, тем труднее ее протолкнуть через кровеносные сосуды. Нагрузка на сердце, идет износ сердечной мышцы. За большие затраты энергии, плюс поднимается кровяное давление. Выводы делаем сразу же, да? Так. Это разобрали. Вязкость крови изменяется при помощи... как ее измеряют через капилляры. Следующую отметим. Чем ниже скорость прохождения жидкости, тем выше ее вязкость. Значит, смотрите, вязкость в разделе химии. Значит, отметим. Понижение скорости кровотока увеличивает вязкость крови. Так, понижение скорости кровотока увеличивает вязкость крови. Таким образом, смотрите, мы сразу же понимаем следующую рекомендацию. Для того, чтобы поддерживать скорость кровотока нормальной, нам надо поменьше сидеть, поменьше лежать, грубо говоря, побольше ходить. Ну, можно делать какие-то там упражнения, такие, увеличивающие циркуляцию крови. Можно, значит, помимо ходьбы там бегать, такой умеренный бег трусцой. То есть тоже он будет нормально сказываться на скорости кровотока и тем самым уменьшению вязкости крови. И следование косвенно влияет на тромбообразование. Мы туда дальше подойдем к этому, к тромбообразованию. То есть, чем ниже вязкость крови, тем меньше риск получить где-либо тромбоз. Дальше. Так. Активная реакция крови. Активная реакция крови, ну, нас это не так волнует. Значит, активная реакция крови. Здесь говорится о буферных свойствах крови. Но активная реакция крови, это слабощелочная, близкая к нейтральной, pH 7,35-7,45.
45 сотых там. Сейчас не об этом. А вот мы с вами подошли, вот жидкая часть крови, и мы узнали, что вязкость крови зависит от количества форменных элементов, форменные элементы мы уже разобрались, и коллоидов белков плазмы. Так, а теперь мы с вами поговорим, разберемся, что собой представляет плазма крови, да? Плазма крови, помимо того, что там имеется вода, что в ней еще, какие ее составные части и их физиологическое значение. Плазма крови и ее составные части. Есть такой вопрос, да? Это очень нам нужно. Значит, плазма содержит различные соли, это электролиты. Соли, давайте в скобках напишем, это электролиты, даже далее идем к этим белкам. Так, белки, значит, в ней имеются белки. В том числе ферменты, углеводы, липиды, промежуточные продукты обмена, вещества, гормоны, витамины и растворенные газы. Значит, белки, углеводы, липиды. То есть, грубо говоря, все, что попадает из желудочно-кишечного тракта. Ну, помимо того, что не обязательно попала после пищи, но еще содержится в ней, как бы сказать, в период, когда нет питания, то есть это нормальная составляющая части плазмы крови, которая просто увеличивается, если там после еды и так далее. Значит, белки, а также ферменты, углеводы, жиры, продукты обмена, витамины и прочее там. И прочее есть. Записали это. Ну, растворенные газы мы не будем. Общее количество электролитов, растворенных в плазме, ее минеральный состав составляет около 0,9% электролит состава плазмы. Смотрите, химия крови. Так? Значит, общее количество электролитов 0,9%. Ну, пока мы опустим это. Общее количество неорганических катионов превышает общее количество неорганических анионов. Отсюда следует, что часть катионов связана с анионами органических кислот, молочных, мочевых и так далее. В качестве анионов используются также белки, имеющие амфотерную природу. Так, ну это тоже пока мы не будем брать в расчет, хотя тем не менее анионы и катионы, да, анионы и катионы. То есть анионы и катионы — это заряженные частицы. Значит, все вот эти вот продукты или вещества, которые имеются, вернее, составные части плазмы крови, перечисленные белки, ферменты, углеводы, продукты и электролиты, они все имеют заряд. Вот на это особенно надо обратить внимание. Потому что если они заряжены, они как раз находятся, вот как мы с вами говорили, они находятся во взвешенном состоянии. Во взвешенном состоянии, которое все это течет. Больше этой взвеси, ну, допустим, вязкость крови возникает, но она все-таки течет. Хуже, если вот эти вещества,
лишается своего заряда и начинается процесс слипания и выпадения в осадок, что и ведет к тромбообразованию. Это так, немножечко забегал вперед, говорю. Значит, в соли в седаторе все эти части запишем для себя. Все эти частицы должны быть заряжены. Или так, электрически заряжены, чтобы понимать. Электрически заряжены. Если, значит, я уже объяснил, заряда нет, это ведет к тому, что они могут выпадать. Так. Общее количество, по сравнению с общим количеством катионов, неонов, соли, плазмы, сахара, белков, ничтожно мало. Так. Это по сравнению с общим количеством катионов, неонов, солей, молекулярная концентрация других составных частей плазмы. Угу. Значит, солей там больше. Других составных частей плазмы, таких как сахара, белков и прочих, там витаминов и так далее, ничтожно мало. Поэтому атмосферическое давление плазмы в основном зависит от неорганических солей, прежде всего хлористого натрия. Вот мы подошли к другой, как бы сказать, проблеме. Некоторые говорят, есть соль, не есть поваренную соль. Видите, что говорится? Концентрация соли в плазме крови, поваренной соли, должна быть определенной. Поэтому это не значит, что есть там много или там мало. Соль должна присутствовать у нас в питании для того, чтобы вот эти важные показатели были в норме. Показатели осмотического давления плазмы крови должны быть в норме и зависит прежде всего от хлористого натрия. Ну тут нервным и так. Значит, когда вводится, кстати, физиологические растворы должны быть не только изотоническими, изотоничной крови, то есть, как бы сказать, вот, чтоб, какое давление имеется вот это вот в крови, осмотическое, да, такое давление должно быть и в вводимой жидкости. Ну, так. Должны быть не только изотоничной крови или плазмы, но и изоионичной, то есть соответствует ионному составу плазмы. То есть, когда вводятся какие-то физиологические растворы, они должны соответствовать вот этим параметрам, как солевому раствору плазмы крови, так и вот этому, значит, осмотическому давлению. И, кстати, тут вот приводятся различные физиологические растворы, жидкость Рингера, Рингера-Лока и тироида. Так, и вот тут соотношение каких чего приведено. Так, значит, вязкость крови мы прошли. Плазма и составные части. Плазма и составные части, так тут что тут дальше пошло, значит, фосфор, фосфор что тут делает, какое? Значит, фосфорное соединение крови играет важную роль в поддержании электролитного равновесия в эритроцитах и регуляции кислотно-щелочного равновесия. Так, хорошо. Далее идем. Введение инсулина снижает содержание неорганического фосфора в плазме. А при почечной недостаточности уровень неорганического фосфора в плазме и кровяных клетках повышается. Значит, неорганический фосфор и фосфор эфира уменьшается при рахите. При инсулине снижается содержание неорганического фосфора в плазме. Значит, натрий играет важную роль в водном обмене, поддерживает кислотно-щелочное равновесие.
Так, 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 так. Это не. Меня еще интересует. Вот мы немножечко поговорили о белках жидкой части крови, то есть жидкая часть крови, что в ней имеется плазма крови, составной части, значит, соли, белки. Пока что это за белки, не ясно. Что за белки имеются в плазме крови? Меня это больше всего интересует. И вот мы как раз дошли до белков плазмы. Белки плазмы. И запишем опять для себя. Белки плазмы. Что это такое, из чего они состоят? Плазмы крови. Белки плазмы крови. Коллоидный раствор многих белков. Белки плазмы крови. Да? Это коллоидный раствор. Вот, знаете, говоря о коллоидном растворе, тут ничего, по-моему, не указывается. Что тут многих белков, белки различны по своему аминокислотному составу, физико-химическим свойствам. Их делят обычно на три фракции. Альбумины, глобулины и фибриноген. Давайте коллоидный раствор. Что такое коллоидный раствор? Вот для себя уясни. Коллоидный раствор. Что это такое? Коллоидный раствор. Что это такое? Что это такое? Это раствор веществ с очень большими молекулами. Либо такие, где равновесие... где растворенное вещество образует скопление молекул. Не ясно. Так, давайте... Вот тут как раз есть... коллоидной системы Википедия. Значит, промежуточные между истинными растворами и грубо дисперсными системами, взвесями. Значит, имеют размер, ну, такой-то, такой-то, распространены в дисперсной среде, обычно непрерывно отличающие от первой по составу агрегатного состояния, при этом масштабы, так, как особый подкласс, называемый в свободно дисперсных коллоидных системах частицы не выпадают в осадок. За счет чего они не выпадают в осадок? За счет чего? Потому что есть такое понятие, как слипание. Почему не происходит слипание? Давайте вот еще разок посмотрим. Так, агрегатному та-та-та-та-та, менее-менее, не выпадает в осадок. Ну что, вот, холодная химия, шотландский ученый, холодный, неорганический, неорганический. Так, по агрегатному состоянию, азообразные, жидкие лиозоли, дым, туман, аэрозоль, пена, эмульсия. Звезд жидких частиц в жидкости, все применяется в химическом анализе. Вот смотрите. Здесь, значит, несколько не рассказано. Разделение фаз, перехода золи в гели и так далее, и так далее. Коллоидные свойства галогенидов серебра. То есть мы от чего-то должны оттолкнуться, чтобы понять, вот о чем я говорю. Значит, присутствие избытков ионов HAL, то есть до точки эквивалентности, значит, галогенидами ионами серебра или почки, то, или после точки эквивалентности перитритиленов ионов серебра, значит, вследствие адсорбции ионов, вот, HAL минус, взвешенные частицы аргентум HAL приобретает отрицательный заряд. То есть, для того, чтобы коллоидный этот раствор был, коллоидный раствор, частицы его должны иметь заряд. Если заряда не будет, то
все, что там растворено, просто-напросто начинает оседать. Ну, почитаем дальше. Возможно, я забежал вперед. Так. Коллоидный раствор, мы примерно поняли, коллоидный раствор, частицы которого имеют заряд для того, чтобы они не выпадали в осадок. Это так, предварительное замечание. Дальше мы посмотрим, будет ли об этом сказано или нет. Это имеет очень важное значение при вот этом как раз тромбообразовании. Для того, чтобы вот эти вот части крови образовали тромб, они должны потерять заряд и склеиться между собой. Ладно, читаем дальше. Значит, белки плазмы различны по своему аминокислотному составу. Их делят обычно на три фракции. Альбумины. Так, белки плазмы – это коллоидный раствор. Так. Белки плазмы крови имеют три фракции, ну, так сказать, имеют три фракции. Двоеточие. Итак, называются первые альбумины. А мы так обозначим отдельно. Альбумины. Что это? Далее. У нас идут глобулины. Глобулины, насколько я так помню, это глобулины и, значит, эти самые. Фибриноген. Фибриноген. Ага. Значит, тут указано, что такое альбумины или нет. Количество соотношения между фракциями отличается от взрослых животных, для каждого вида более-менее постоянным. Значит, вот эти все фракции, альбумины, глобулины и фибриногены, сразу делаем, опять-таки, такое для себя замечание, что они должны быть в каком-то постоянном количестве соотношения между фракциями, более или менее постоянным должно быть. Альбумины, смотрите. Ну, давайте посмотрим. Альбумины. Что такое альбумины? Что такое альбумины? Давайте зададим вот этот вопрос. Альбумины. Видите, как вот при ответе на какой-то вопрос идет самообразование. Работа над собой по образованию. Альбумины – это простой водорастворимый белок крови, синтезирующийся в печени. Содержание плазмы крови до 60% от общего количества белков. Так, давайте. Это простой водорастворимый белок крови. Мы это сейчас как раз копируем и вставим. Но уже здесь можно делать кое-какие выводы. Значит, что тут у нас? Это ареал 12, а это ареал... Ага. Сейчас мы сделаем, чтобы красиво у нас все было. Ареал 12. Белок крови, синтезирующий в печени. То есть альбумины хорошо, ну, будем говорить, могут поступать в кровь, вернее, в плазму крови, если у нас работает печень. Отсюда. Чистка печени, профилактическая чистка печени. Очень хорошее подспорье для того, чтобы эти альбумины были у нас в достаточном количестве. Далее, тут пишется, содержание альбумина в плазме крови составляет 4,3-5%. Так, меня интересует... функция, то есть, а что этот альбумин делает в сыворотке крови? Что, чем он там занимается? Зачем он нам нужен? Он, значит, свертывается при нагревании, биологические свойства. Давайте биологические свойства. Сывороточный альбумин.
Так, наиболее известный вид альбумина, сывороточный, это самое, альбумин. Встречаться в других жидкостях, спинномозговой. Значит, синтезируется в печени и составляет большую часть среди всех сывороточных белков. Но тем не менее, он не должен увеличиваться. Так? Так, называется, он составляет 50%, 55%, а здесь уже пишется 50%, содержащихся в плазме крови. Ага. Значит, этот белок на 80% определяет коллоидно-осмотическое давление плазмы крови. То есть он нужен для, грубо говоря, для того, чтобы вот этот регулировать, вот этот водный обмен между тканями и кровью. Между жидкостью, которая находится вне кровеносной системы, то есть тканевой жидкостью, и жидкостью, которая находится в кровеносной системе. Ну, давайте это для себя отменим. Отменим. То есть, что он делает такое? Дальше почитаем. То есть это одно. Значит, смотрите, общая площадь поверхности множества мелких молекул сывороточного альбумина очень велика, поэтому они особенно хорошо подходят для выполнения функции переносчиков многих транспортируемых кровью и плохо растворимых в воде веществ. Значит, еще они вызывают эти альбумины перенос, можно говорить, этих самых разных веществ, в том числе, возможно, и питательных, скорее всего. К веществу камера отключилась, кончились электричество, и не знаю, где это отключилось, но ничего. Я думаю, по ходу действия я там повторю. То есть это где-то уже мы больше часа вот это все разбираем. То есть вы увидите мой разбор. Итак, альбумин должен... Альбумин содержится в крови до 60% от общего количества белков, которые в плазме крови. Значит, этот белок на 80% определяет коллоидно-осмотическое давление плазмы крови, то есть, чтобы было нормальное количество жидкости как в крови, так и в тканевой жидкости. Он является белком-переносчиком веществ. Нормальный уровень сывороточного альбумина у взрослых составляет от 35 до 50 грамм на литр крови. Так. Значит, низкий уровень альбумина так может возникать из-за болезни печени, нефротопического синдрома, это что-то связанное с почками, ожогов, недоедание, злокачественное новообразование и на поздних сроках беременности. Прием ретинола, то есть витамина А, в некоторых случаях может повысить уровень альбумина до высоких значений, что прием ретинола регулирует синтез человеческого альбумина. То есть, если мы хотим вот этот альбумин поднять, то должны, значит, в своем питании использовать такие продукты, в которых содержится витамин А или каротин, из которого витамин А возникает. Так, высокий уровень альбумина почти всегда возникает в результате обезвоживания. То есть обезвоживание уже ведет к повышению вот этого уровня альбумина. И вызывает вязкость крови. Обезвоживание. Ну, обезвожено вот бывает такое. Так, альбумины от латинского альбус белый, так сказать, белый белок.
Кстати, вещества, содержащие альбумин, такие как яичный белок, называются альбуминоидами. Альбуминоидами является такая сыворотка крови, эндосперм растений там. Ну, это такое. Кстати, указана фотография этого альбумина. Так, сохранить ссылку как? Сохранить изображение как? Такой интересный белок. Так, мы с вами узнали. Альбумины. Имеют три фракции альбумины. Мы их выделим жирным. Далее, так сказать, скопируем это, чтобы у нас было. Сюда вставим. Command V. Ага. Так, следующие у нас идут глобулины. Глобулины, насколько я понимаю, альбумины. Глобулины. Что это такое? Так, глобулины. Глобулины. Что такое глобулин? Ну-ка, узнаем-ка мы с вами, что это такое. Так, глобулины – групповое название природных белков, составляющих почти половину, интересно, сывороточных белков крови человека, растворимых в слабых солевых растворах, нерастворимых в дистиллированной воде и выпадающих в осадок при 50% и более насыщения растворов с сернокислом аммония. Так. Ага. Глобус. Глобулус – это шарик. То есть это шарообразные вещества. Так, глобулины. А что они делают? Значит, опять-таки, напишем, составляющих почти половину сывороточных белков крови человека. Интересно. Значит, глобулины – это природный белок, пока ни о чем не говорящий. Составляющих почти половину сывороточных белков крови. Синтезирует печень, содержит плазме крови. До 60% от общего количества белков. А тут оказывается, глобулины это. Видите, какие идут несоответствия. Что вроде бы альбумины 60%. А эти составляют почти половину сывороточных белков крови человека. Хотелось бы узнать об их функциях. Функции глобулины. Так, ага, вот тут при запросе глобулины и иммуноглобулины одно и то же. И их функции. О, их функции. Давайте. Так, общий белок крови – это суммарный показатель всех белков альбумин. Альбумин составляет 60%, так, поддержит онкологию, участвует в метаболизме. Так, глобулиновая фракция, значит, тут оказывается нерастворимый глобулиновый капель, семейство. Так, ну давайте, что там они делают. Значит, к этой категории относятся все белки со специфическими физиологическими свойствами. Белки кровяной сыворотки, ферменты, многие белковые гормоны, антитела и токсины. Глобулины вырабатываются печенью, иммунная система, опять-таки, чистка печени имеет большое значение для того, чтобы поддерживать картину крови в нормальной уровне. Значит, глобулины, альбумины называются основными белками плазмы крови. Так, пока это ни о чем. Значит, глобулины фракции. Ну, давайте посмотрим, что в Википедии говорит. Значит, глобулины – это шарик. Вырабатывается, значит, печенью, иммунной системой. Вырабатывается. Так, нормальная концентрация глобулинов в системе, грамм на декалитр, что-то почитывано. Значит, смотрите,
почти определяют иммунные свойства организма, определяют свертываемость крови, участвуют в переносе железа и других процессах. Точно ли это или нет? Ну, давайте пока запишем. Ха. Это и все. Как что-то маловато. Маловато будет. Белковые фракции, что-то такое называется, белковая фракция, гамма-глобулин, белковая фракция в сыворотке, альфа-бета-гамма-глобулин, норма, функция альбумина, виды нормы, причины повышения и так далее. Короче, что-то особо ничего не сказано. Особо ничего не сказано о природе составляющей белков крови, глобулины и их функции. Ладно, почитаем. Не хочется мне здесь читать, а хочется вот здесь вот почитать. Чтобы, так сказать, быть ближе к теме сывороточной глобулины. Смотрите, при высаливании так фракции. При электрофорезе образуют, значит, три фракции. Альфа, бета и гамма-глобулины. Так, количество глобулинов в плазме равно примерно 1/100. Ну, пока напишем. Бывают для себя. Бывают три фракции. Бывают три фракции. Альфа, бета и гамма, что ли. А что тут у нас написано? Да, альбоме альфа, бета. Бывают три фракции. Альфа, бета и гамма. Безопасный вкус лечения горла. Так. Пробей их разумею. Определить количество общего белка. Имеет. Их насчитывает всего 5 белковых фракций. Альфа и бета. И гамма. Глобулин альфа определяет отдельно. Количество фракций. Кто? Альфа, глобулин, бета, глобулин. Так. Белковые фракции крови. Ну, раз. Ясно. Ага, вот хорошее это. Норма белковых фракций. Норма такая-то, то есть имеется, это, так, возрастная группа, альбумины, так, гамма-глобулины, гамма-глобулины, бета-глобулины, альфа-2-глобулины, так, альфа-1-глобулины, фибриногены, тогда. Так, вот тут даже такая таблица, это интересно. Значит, ну, грубо говоря, фибриноген около 2%, альбумины от 55 до 65, остальное все это глобулины. Так, альфа-глобулин заряжен так же, как и альбумины, но по своим размерам заряжены также, да? Их, а если в организме развивается воспаление, то их количество резко возрастает, поэтому альфа-белки считаются протеинами острой фазы, что обуславливает их количество состав. Содержатся следующие компоненты, так, протромбин, та-та-та-та-та. Гепатоцитами, то есть гепатоциты это клетки печени. Больше при аллергических реакциях на фоне воспаления стресса, получения травмы, астрофазными, бета-глобулины. В организме следующий пункт транспорт состава глобулин отвечает за транспортировку железа бета-глобулины. Гемотромбин и выводит его излишки организма. Иммуноглобулины бета-фракции белкового компонента крови.
принимает участие в формировании иммунологических реакций. То есть это все бета-глобулин. Ну ладно, давайте почитаем дальше. Так. Значит, три фракции. Значит, в состав каждой фракции сывороточки белков входит значительное число индивидуальных белков, различающихся по физико-химическим свойствам и выполняющих, возможно, различные физиологические функции. Так, дальше пишется. Несомненно одно, что гамма-глобулины имеют особо тесное отношение к образованию антител при многих острых и хронических инфекциях, количество его увеличивается. Итак, значит, глобулины не указано. Вот хотелось бы глобулины общие, что они делают? Глобулины в крови, так, функции глобулинов. Глобулины функции, просто функция защитная. Ага. Значит, функция глобулина, вот этих всех трех в целом, защитно, они определяют иммунные свойства организма, являются ингибиторами многих, участвуют в регуляции, значит, восстановительных процессов в зоне воспаления. Гамма-глобулины – это класс глобулиновых белков плазмы крови, характеризуется специфической подвижностью при разделении метаболитов. Но это не то. Так, нас интересует функция специфической подвижности, функции глобулина. Значит, функция глобулина альфа и бета гамма. Далее. Функция глобулинов защитная. И это нам важно. И определяет иммунные свойства организма. Так, участвует в регуляции восстановительных процессов в зоне воспаления. Стало ясно. Что такое эти глобулины, значит, делают? Тесное отношение к образованию антител. Острых хронических инфекций количество его увеличивается. Значит, особо отметим антител. Острых, при многих острых и хронических инфекциях количество увеличится. При острых и хронических инфекциях, это уже ближе к нашей теме, инфекция, да, увеличивается. То есть, а если мы знаем, количество их увеличивается, это уже влияет, опять-таки, на вязкость крови. Вязкость крови увеличивается. И у нас остается фибриноген, да? Он относится также к глобулинам, но рассматривается обычно отдельно нерастворимым при переходе в определенных условиях. Фибрин, да? В плазме составляет примерно трое фибриноген. Удалось получить в кристаллической форме. И фибриноген. Так. Альбумины, фибриноген. Так, значит, участвует в свертывании крови. Так. В свертывании крови. То есть кровь у нас в случае ранения должна сохраняться, а не вытекать из организма. Дальше. Содержание белков плазмы подвержено изменениям при некоторых болезнетворных состояниях. Концентрация фибриногена увеличивается при ранениях, острых инфекциях, малярии, ряде заболеваний, почек, а также при беременности. То есть уже острое инфекционное заболевание приводит к тому, что увеличение фибриногена ведет к повышению вязкости крови. Участвует в свертывании крови. Повышается при инфекциях, да? Острые инфекции, как раз вирусная инфекция, которая сейчас бродит, да? При беременности. При циррозе печени. При хронических гепатитах и нефритах. При инфекциях уменьшается содержание альбумина. При инфекциях. Гамма-глобулин увеличивается при циррозе и желтой
атрофии печени, гепатитах, нефрите, лейкемии, скарлатины, острых и хронических инфекциях. Значит, как только возникает инфекция, альбумины увеличиваются в количестве, их возрастает в плазме крови, и из-за этого уже кровь становится более вязкой. Итак, функции белков плазмы, я все там искал на Яндексе, а вот определяют, значит, онкотическое давление, которое распределяет воду между кровью и тканевой жидкостью. Белки плазмы играют. Что там они играют? Существенную роль в поддержании щелочно-кислотного равновесия. Буферные системы, которые стабилизируют нормальную среду, когда поступает там либо кислая пища, либо щелочная. О! И вот важная вещь. Белки придают крови вязкость, что существенно для поддержания нормального кровяного давления. Так, белки плазмы крови, вот уже, придают определенную вязкость давления. Определенную вязкость для поддержания нормального кровяного давления. Естественно, концентрация этих белков в плазме крови должна быть, ну, оптимальной. Не больше, не меньше. В противном случае у нас сразу же возрастает вязкость, что влияет на кровяное давление, что дает нагрузку на сердце, и пошло-поехало. Ну и вязкость, естественно, предрасполагает к чему? К тромбообразованию. Четвертое. Считается, что глобулины и фибриноген способствуют стабилизации крови, удерживая эритроциты от склеивания в кучки и столбики. Вот это вот еще другое. Что глобулины и фибриноген способствуют стабилизации крови, удерживают эритроциты от склеивания в кучки и столбики. Вот это очень важно, потому что склеивание – это как раз процесс тромбообразования. Для поддержания нормального кровяного давления – это раз плазмы. Запишем это отдельно. Глобулины, фибриноген препятствуют склеиванию эритроцитов. Эритроциты в кучки и столбики. Вот вам и начало тромба. Кучки и столбики. Это так называемая агглютинация. Так. Пятое. С разными белками плазмы связаны защитные свойства. То есть иммунитет, иммунные тела, белковая природа, антитела, которые реагируют с чужеродным белком, антигеном, различных микробов и вирусов, связываются с гамма- и бета-глобулином. Другие антитела, например, находятся также в бета- и фракции, однако из альфа-глобулина представляет собой с ним связанное образование в организме вещества, вызывающего повышение кровяного давления, участвует в свертывании крови. Так, антитела против сыпного тифа, брюшного типа. Местом образования антител является, по-видимому, ретикулоэндотелиальная и лимфатические ткани, откуда они поступают в кровь. Так, что мы записали? Это мы записали. Препятствует склеивание эритроцитов. С одной стороны, увеличивает вроде вязкость крови, а с другой стороны, скорее всего, это как своеобразная прослойка между эритроцитами, которая, как бы сказать, не дает им особо соприкасаться. Ну так, это примерно мое мнение. Так, препятствует склеивание. Давайте склеивание эритроцитов мы пометим с вами жирным. Далее, что мы тут запишем? Здесь указывают, значит, белки плазмы крови участвуют в иммунитете, да? То есть защищают организм. Это, можно так сказать,
иммунные свойства крови уже. Образуют они вот, они как раз вот образуют антитела, то есть это тела белковой природы, они образуют антитела, то есть откуда образуются эти антитела, то есть антитела образуются отсюда, антитела, подчеркнем это, антитела, угу. Значит, которые реагируют с чужеродным белком, антигеном, различными микробами и вирусами, связываются гамма- и бета-глобулином. Местом образования антител является, по-видимому, вот это хотелось бы узнать, место образования антител. Так, место образования антител в организме. Значит, вырабатывается в клетках зародышевых фолликулов и плазматических клетках ретикулоэндотелиальной системы, особенно лимфатических узлов. Стимулированные узлы содержат больше зародышевых фолликул в корковой части узла, активно образующие антитела наряду с плазматическими клетками, которые особенно скапливаются в мозговом слое, в лимфатических узлах. Так, а вот в лимфатических узлах, но продуцируется также плазматическими клетками, выстилающими кишечник и слизистую оболочку дыхательных путей, особенно вблизи бронхиальных желез. Значит, 80% примерно считается, происходит из кишечника. Продуцируются лимфоидные ткани в верхних отделах дыхательных путей, особенно в миндалинах. У меня миндалины удалили и все. И на этом. Так, образование антител со временем в зависимости от иолу периода жизни. Интересно, что это такое за период. Каждого иммуноглобулина уровень его в сыворотке падает до минимума в возрасте около 12-14 недель. Это объясняется тяжелое течение многих инфекций у маленьких родных детей. Вырабатываются в лимфатических узлах антитела. Вырабатываются в лимфатических узлах, при этом надо отметить, что лимфатических узлов огромное количество во всем организме. Есть, конечно, большие там подмышками, подчелюстные, там проток здесь, паховые лимфоузлы. Но, тем не менее, в кишечнике, в кишечной там стенке, в околокишечной стенке, их огромное количество лимфоузлов. Ну, поехали дальше. Фибриноген участвует в процессе свертывания крови. Так, 7-й белки плазмы крови являются белками, белковым резервом организма, белковом обмене. Происхождение белков плазмы. Значит, происхождение белков плазмы, значит, считается, альбумина и фибриногена служит печень. По-видимому, служит печень. А вот места выработки глобулинов, свертывание крови, вот теперь мы пришли к свертыванию крови. Свертывание крови, что нам надо важно знать? Растворенного плазмы белка фибринов нерастворимый, который имеет волокнистую структуру. Фибрин. Это все нормально вроде как. Свертывание крови представляет сложный и не во всех отношениях выясненный ферментативный процесс. Так, далее. Небелковый азот плазмы крови при недостаточности почечной функции или усиленном распаде белков, инфекция, лихорадка. Голодание, уровень остаточного азота крови повышается иногда очень значительно. Остаточного азота. Азот. Но вроде азот это не твердо, как-то влиять не может. Так, жиры или липиды.
содержится в плазме в непостоянных количествах и зависит от поступления их с пищей. Значит, присутствует в виде коллоидной дисперсии. Особенно много жиров во время пищеварения. Так, углеводы крови. Содержание глюкозы в крови является величиной относительно постоянной. Так, что нам дальше? Имеются витамины и ферменты, газы крови, форменные элементы крови. Значит, форменные элементы крови, мы уже о них немножко говорили. Красные кровяные тельца, белые кровяные клетки, лейкоциты и лимфоциты, и кровяные пластинки, тромбоциты. Итак, сделаем небольшие выводы или подведем итоги. Значит, мы с вами узнали, что собой представляет кровь, ну, функции крови. Важно, что кровь состоит, знаем, из форменных элементов. Это эритроциты, белые кровяные тельца, тромбоциты. Жидкая часть крови, плазма, что в плазме имеются белки, альбумины, глобулины, фибриноген. Альбумины, значит, участвуют в том, что поддерживают коллоидно-осмотическое давление и являются переносчиком веществ, составляют, как бы сказать, основную массу белков плазмы крови. Дальше идут глобулины, природные белки, которые там поделяются на три фракции альфа, бета, гамма. Они представляют свою защитную функцию, участвуют, значит, в иммунном ответе организма. Вот, значит, их количество, именно из них образуются антитела, так называемые, а фибриноген участвует в свертывании крови. Все это должно быть в определенной пропорции. И, как правило, все эти частицы, которые имеются у нас в крови, они должны быть заряженные для того, чтобы не выпадать в осадок. Потому что выпадение в осадок и начинает формировать тромбы. То есть мы узнали. И это хорошо. На этом можно даже остановиться.